вже продовжуючи музичну таку хвилинку, вже чекають наші гості поруч зі мною. Це Олена Піхтер, декан факультету мистецтва Миколаївської філії Київського національного університету культури. Та Микола Морозинський, керівник ансамблю «Бісквартет» і учасники цього ансамблю. Отже, шановні телеглядачі, у вас є змога почути привітання з уст нашої музичної такої колегії. С добрым утром, дорогие телезрители! Примите самые теплые душевные поздравления с Международным днем музыки от студентов и преподавателей Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусств. И пусть ваши сердца наполняются прекрасным, неповторимым, чудесным миром звуков Ее Величества музыки, которая обогащает, облагораживает наши души, раскрывает эмоциональное состояние, переживания каждого из нас и помогает понять чувственную философию искусства. И вот на протяжении многих лет мы убеждаемся как бы в актуальности высказывания французского композитора Гектора Берлиоза, что музыка — это самое поэтическое, самое могущественное, самое живое из всех видов искусств. И студенты, действительно, каждое поколение студентов — раскрывает, делает творческие открытия, делает новые оригинальные музыкальные проекты вот уже на протяжении 45 лет существования Николаевского филиала. И сегодня мы предоставим вашему вниманию музыкальное поздравление в исполнении ансамбля народных инструментов, который уже является лауреатом международных всеукраинских конкурсов, хотя довольно-таки молодой, ансамбль «Бисквартет» под руководством Николая Анатольевича Морозинського. Будь ласка, шановні глядачі, для вас ось такий сюрприз. Thank you.
Чудова композиція, ця така мелодія мене трошки поринула десь біля моря, десь я стою. Як називається ця композиція? Композиція називається «Літні канікули». «Літні канікули»? Да. Ну, мене щось наблизило до цих літніх канікул. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, як створили ви цей колектив? Создався колектив зі студентів, да, і от мене як преподавателя. Чисто получилось так спонтанно. Вот был студенческий коллектив, который работал по учебному процессу, а потом нам как-то захотелось вот объединиться и сделать такой квартет, потому что мы много слушаем музыки, фанаты своего дела. И вот собрались вчетвером. Нам в ноябре будет год, как мы вместе. Поэтому вот так играем, собираемся, репетируем. За этот период, который мы побывали на конкурсах, участвовали в фестивалях, вот в Днепропетровске мы там оттуда привезли гран-при, участвовали в нашем региональном фестивале «Золотая струна», проходил также фестиваль имени Манилова, мы там тоже принимали участие, в общем, вот такой плотный график, занимаемся, работаем. Я бачу, что такие незвичні инструменты. Будь ласка, Максим, Інна, расскажите, будь ласка, про свои инструменты. Ну, инструмент этот называется домра прима. Это как бы украинский народный инструмент. Есть подобный этому русский народный, но он чуть-чуть отличается количеством струн. У него 3 струны, у меня 4. Так что украинский инструмент круче, чем русский. Будем так говорить. Вот, очень древний инструмент, пошел еще от скоморох. Это первые люди, которые использовали эти инструменты, но потом их сожгли, потому что они, ну, сказали короли эти, сказали, что они играют какую-то плохую музыку, они смеются с королей, с... Господи, такая вражающая история. Да, всяких там монахов, они с них смеялись, насмехались над ними, используя такие инструменты, и они сказали, давайте сожгите их все. И потом этот инструмент... Год не помню, но знаю, что нашли этот инструмент у какой-то бабушки на чердаке очень давно. Он просто похож был на этот инструмент. И потом уже наши мастера привели его в порядок, в чувство и сделали вот такой вот шикарный инструмент. Инночка, у вас тоже такая вражающая история с вашим инструментом? Абсолютно. Так, Максим, а ваш за инструмент? Мій контрабас? Ну, це, я не знаю, мене... Навіть не підіймається рука, так сказати, назвати це інструментом. Це істота, з якою я йду по життю, яку я обожнюю. Не знаю, це мій товариш. Звуть його контрабас. Дуже не люблю, коли його називають балалайка контрабас. Але, ну, маємо, що маємо. Насправді, історію, на жаль, я його поки не знаю. Тому що немає такої фіксованої історії саме цього інструмента. Також, як і немає школи цього інструмента. От, тому силами... Миколая Анатолійовича, Максима, Інни, ми стараємося, підіймаємо, ну, і ось маємо, що, в принципі, маємо такий чарівненький, гарненький інструментик. Пані Олена, я бачу просто ваші студенти, ваші називають не інструменти, а істоти. Як, розкажіть, в університеті, яке відношення до музики? У нас студенты действительно имеют такой багатогранний потенціал і стільки талантів, що преподаватели постійно зажигаются от них вот этой вот энергией, ихними способностями и вообще восприятием жизни. И поэтому, можно сказать, мы учимся всю жизнь, преподаватели у студентов, и молодеем с каждым годом. Пан Микола, расскажите, пожалуйста, какие планы на будущее вашего квартета? Играть, еще раз играть, ездить на конкурсы, побеждать. То есть мы хотим продвигаться дальше, жить, чтобы квартет существовал, но не только наш квартет, а и вообще, да, вся кафедра музыкальная, которая в университете. И мы, вот как сказала Елена Анатольевна, мы всегда поддерживаем творческие идеи, какие-то креативные у студентов, то есть разные планы. Ну, стараемся. Я знаю, що ви іще підготували якусь композицію, да. Будь ласка. Это очень известная композиция, мы даже не будем объявлять, все телезрители и так услышат и поймут, что это за пьеса. Thank you.
Отже, говорити серцем можна і можна через народні інструменти. Дуже така лірична композиція. У кого виникла ідея створити мелодію за допомогою народних інструментів? Общее. Это, наверное, наш девиз, что музыкальные инструменты народные. Это не только народная музыка, да, но и можно играть любую. И популярную, и современную, и рок-композиции. Мы сейчас, кстати, делаем несколько аранжировок на вот популярные хиты, такие рок-хиты. Поэтому мы как бы хотим, чтобы народные инструменты звучали в различных жанрах, показывать и доказывать, что народные инструменты живы, будут жить, и на них можно исполнить совершенно любую музыку. Отже, шановні телеглядачі, у вас була змога долучитися до такої приємної події, як святкування Дня музики. Я нагадаю, що з нами разом були Олена Піхтер, декан факультету мистецтва Миколаївської філії Київського національного університету культури, та Микола Морозинський, керівник ансамблю народних інструментів «Біс-квартет» та його учасники. Будь ласка, ви можете привітати ще раз наших телеглядачів. Ми вас приглашаємо сьогодні в Миколаївський філіал Київського національного університету культури искусств на праздничный концерт, который состоится в 15:00 в 3 часа дня по адресу улица Декабристов, 17. У вас есть возможность окунуться в чудодейственный мир музыки и убедиться, что вот Николаевский филиал на протяжении уже многих десятилетий является ведущим высшим учебным заведением искусства, культуры в социальной сфере на юге Украины. Пожалуйста, просим вас в гости к нам прийти, и мы вам желаем, чтобы у вас были новые творческие проекты, творческие открытия, и чтобы вы несли добро, мир, красоту, как это внесут, в принципе, наши студенты кафедры музыкального искусства. Дякую вам, шановні гості. Запрошуємо ще раз вас до студії. Можливо, у вас буде ще привід якийсь прийде до нас. Можливо, ці рок-композиції ви заграєте у нас. Обов'язково. Надіємося. Дякую вам.